Скъпи деца, участващи в Националния кръг, заключителен за България, на международния конкурс «Живая класика», уважаеми учители, ръководители на децата, дами и господа, имам удоволствие да приветствам децата с добре дошли днес на заключителния етап на конкурса, като изразявам още в началото с моето и на всички колеги възхищение за това, че тези талантливи деца са класирани за националния кръг. Повече от 310 деца от цялата страна, от 57 училища, взеха участие в конкурса. В 6 регионални центрове бяха излъчени най-добре представители са, ние ги приемаме и за най-талантливи деца, които днес ще ни радват със своите изпълнения. Имам удоволствие да ви представя високо уважаваното жури, начало с господин Владислав Лъсневски от Руския център. Благодаря за гостоприемството и за условията, които създаде, за да можем днес да проведем нашия конкурс. Членове на журито са главният секретар на Национално движение Русофили Кристина Иванова, Мария Георгиева, завеждащ Център за български език в Столична библиотека. Всеки момент ще дойде поетесата и литературен критик Елена Алекова. И членове на журито са представители на Център за руски език и култура в град Пловдив, Полина Димитрова и Татьяна Петкова. Преди да започнем, моля да изключим мобилните си телефони, за да не пречим на децата. И желая успешно представяне на всички деца. Те трябва да знаят, че тук са сред приятели, сред хора, които само доброто им мислят и им се радват. Така че спокойни бъдете и уверени в това, което ще представите тук. Пожелавам успешна и отговорна работа на журито и в същото време се надяваме всички ние, че то ще бъде справедливо и точно. И така, нека да започнем. Изявата на децата ще става по азбучен ред на малките имена. Повече от тях вече разбраха къде в този ред се намира. Александра Мирончик от Плевен е първото дете, което ще вземе участие днес в конкурса. На всички деца стискаме палци и успех! Александра, само секунда, извинявай, да се готви Антония Велчева от Козлодуй. Три дуба. Борис Николаевич Сърбинен. Жила една женщина. Был у нее сын. А муж бросил ее одну с ребенком и уехал далеко. Не слала ни писем, ни телеграм. Да женщина и сама не хотела о нем ничего знать. Вычеркнул из своего сердца. Пока ребенок был маленький, он спокойно рос без отца и считал, что так и должно быть, что все маленькие дети живут как он, с матерью, без отца. Он радовался утру, солнцу, облакам, бегал по траве, играл в мяч, и не было счастливее ребенка на свете. Но когда он немножко подрос, то увидел, что у других детей, кроме матерей, есть отцы. И однажды он пришел к матери и спросил у нее: «Мама, а кто мой отец?» Мать, чтобы не тревожить сердце сына,
не стала говори, че му прави добър отца. Она хотела, чтобы ребенок любил своего отца и гордился им. Во дворе стоял могучий дуб. Ни ветры, ни бури не могли сломить его. И мать сказала, что дуб – отец мальчика. Она сказала это в шутку, но сын принял все всерьез. Он пришел в дуб и сказал: «Здравствуй, отец!» И дуб, шелестя своими зелеными листьями, ответил мальчик: «Здравствуй, сынок!» Прощаясь с дубом, мальчик сказал: «До свидания, отец!» И дуб ответил: «До свидания, сынок!» С этого дня мальчик приходил к дубу каждый день и рассказывал ему о своих делах, удачах и неудачах, делился радостью и горем. И дуб слушал мальчика и шелестел своими зелеными листьями, учил его быть смелым, добрым, умным, не бояться врагов, не предавать товарищей, любить родных и трудиться. Мать заметила, что мальчик часто ходит в дуб, и подумала, что такая дружба к дубу не приведет. Тогда она сказала ему правду об отце, но мальчик не поверил ей. Он проводил у дуба все свободное время, и его трудно было дозваться домой. Однажды злые люди захотели срубить дуб. Они пришли к дубу с топорами. Мальчик увидел их и сказал: «Не рубите дуб! Это мой отец! Срубите лучше меня!» И мальчик превратился в маленький дубок. Злые люди увидели это, удивились и испугались. Они побросали топоры и убежали. В этот день мать долго ждала своего мальчика. Не дождалась и пошла его искать. Она подошла к дубу, увидела рядом с дубом небольшой дубок и поняла, что это ее сын превратился в дерево. Бедная женщина, потеряв единственного сына, так затосковала, что не знала, что ей теперь делать, жить дальше или покончить с собой. Она перестала есть и пить, плакала и говорила, что это она во всем виновата. И она стала жить любовью к этим двум дубам. Однажды она увидела, как к дубам подошли злые люди и захотели их убить. Она сказала людям: «Не рубите дубы! Это мой муж и сын! Срубите лучше меня!» И превратилась в дуб. С тех пор стоят три дуба. Приходят отдыхать под их кроной люди. Играют дети. И нет вокруг места красивее, чем это. Это было в ноябре 1914 года.
изпълнилась 13 лет. Отец подарил мне билет в театр. И вот я первый раз в жизни пошла в театр. Одна. Сидела я в площадь. Не помню, какая тогда шла пьеса. Я с нетерпением ждала антракта. У меня с собой была книга. Все подарили мне лучше. Книга мне очень понравилась. Мне очень хотелось продолжить чтение, но в зале было темно. Наконец зажгли свет. Я сразу стала читать. Рядом со мной сидел какой-то высокий человек сам. Он стал смотреть на мою книгу. Мне было неприятно. Я отодвинулась. Человек повернулся и спросил, что вы читаете? Детский. Ответила я, мне очень приятно. Вам нравится? Вам интересно? Не мешайте, пожалуйста. Сколько гадов? Не буду, не буду. В следующем антракте я читала, как крепил маленького Алёшу. Слезы текли по моим щекам. Странный сосед взял книгу из моих рук, обнял меня и сказал, не надо плакать, девочка. Я слышу кучу, чем нужно было ожидать. Алёша Фойер стал писателем и говоря даже известным. После спектакля он пропустил меня домой по дороге. Я рассказала ему все о себе, сказала, что сегодня день моего рождения. А он заказывал мне, какие книги надо еще прочитать. Только на театре. Улыбнулся он. Расстались мы около моего дома. Что был этот человек, я не знала. Пришел ровно год. Снова наступил день моего рождения. Неожиданно позвонил. И почтальон подал мне посылку. У ней были две книги. Сказки и Лева. На книге где-то был надпись «День рождения Лиры». Эти книги по земле, прочитаны вами раньше. Над ними был не хуже флаг. Внизу стоял подпись «Макса Борги». А
А что с ними делать? Поставлю в доме. Только немного, понимаешь? Сказал медвежонок. Если много, будут просто пусты. А если чуть-чуть, пойдем. Согласился ёжик. И они пошли. Наломали красивый цветок. И с ветками в лапах направились в дом медвежонка. Эй, зачем это вам веники? Крикнул заяц. Это не веники. Это красота. Разве не видишь? Красота. Вон ее сколько, это красоты. Красота – это когда мало, а здесь – вон сколько. Это здесь, сказал медвежонок. А у нас зимой дома будет красота. И вы эти веники потащите домой? Ну да, сказал ёжик. И ты себе тоже наблюдай. Так что я сдвинулся, удивился заяц. Живу в лесу и голые ветки. Да ты пойми, сказал медвежонок. Возьмешь две веточки, поставишь дома в кувшин. Получили веточки, щербину, сама собой. А ветки очень красивые. А куда вы их поставите? Спросил заяц у ёжика. На окно они будут стоять прямо у зимнего неба. А ты? Спросил заяц у медвежонка. И я на окно. Кто не придет, обрадуется. Ну вот, сказал заяц. Значит, права ворона. Она еще утром сказала. Если осень в лес приходит тепло, ноги шалеют. Твои шалели? Да. Ёжик с медвежонком посмотрели друг на друга, потом на зайца, а потом медвежонок сказал. Глупой ты, заяц, и твоя ворона глупая. Разве это шалеет? Из трех веточек делать для всех красоту. Чтобы тебя в шутку напугать. Маму
Възразил папа. И она още хорошо знает. Это не она. Может, бабушка, предположил мальчик. Бабушку я, конечно, хуже знаю, чем маму. Но думаю, это тоже не она. Включили свет. Оказалось, действительно, стоит посередине спальни. Живой, усатый, совершенно чужой человек. И смотрит вытаращенными глазами. «Вы кто такой?» – спросил усача мальчик. «Как сюда попали? И что тут делаете?» Но оказалось, папе это совсем не интересно. Не разбираясь, папа схватил чужого усача за шиворот, поднял воздух. Рубашка усача задралась, и на волосатом животе обнажились синие буквы татуировки. Не забуду дочь родную. Но папа не стал читать про дочь усача, просто поднес его капу, выставил наружу и разжал пальцы. Усач полетел вниз. Правда, летел недолго, окно спальни было на первом этаже. Так папа еще сильнее убедился, что в каждой темноте может оказаться что-нибудь неожиданное. Что современный панельный кожный товар не пропускающий воздух,
создано особи близки парникове и парите му дети растут като парникове в ръце. Неделя назад я слышал по радио передачу о счастье. Там сказали, счастье – это когда что-то хочешь и добиваешься. А очень большое счастье – это когда что-то очень хочешь и добиваешься. Правда, потом, когда добьешься, счастье кончается. Потому что счастье – это дорога к осуществлению, а не само осуществление. Я посмотрела на часы. Осталось 11 минут. Я стряхнула ручкой и принялась писать о том дне, когда мы с папой утром пошли в кино, а потом поехали к вам. Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная, зафиксировала главную роль, и мы так хохотали, что на нас даже оборачивалось. А у бабушки было, как всегда, мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу. Меня все любили и откровенно много восхищались. И я тоже всех любила на 100%, и тем самым приносила огромную пользу. У меня глаза папины, а у папы и бабушки. Карие, бровки дом. Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и чувствовали одно и то же. И были как дерево, бабушка корм, папа спор. А я ветки, которые тянутся солнцем. И это было невыразимо прекрасно. Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни. Просто счастливый. А самого счастливого дня у меня еще не было. Он у меня впереди. Девочка, а вдруг крошка набегает и говорит мне, «Кирица, дай мне крошки,
Я тебе добра, да я скажу. Девочка дала ей кашки, мышка ей говорит. Папа, я допустим маме тупить, она тебя поймает, печь посадит. Сожрай, посадит. Девочка сидит, нежива, мягко, плачет, а мышка не опять. Не дожидайся, беги, братца, беги, а я за тебя в путей попрёду. Девочка взяла братца и побежала. Папа Эрга подойдёт на мышку и спрашивает. Девица, придёшь ли? Мышка отвечает. Приду, бабушка. Папа Эрга маленько утопила и пошла за девочку. А в избушке никого нет. Гуси, лебеди, летите в погоню. Сестра брату унесла. Христом Богом, тебе молю, возьми меня отсюда.
пожалей ты меня, сироту, несчастную. А то меня все колотят и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя. Все плачу. А на меня хозяин колодкой по голове ударил, так что упал, на силу очухался. Пропажая моя жизнь, хуже собаки с ягой. Остаюсь, ой, ну, там шут. Милый дедушка, приезжай. И
лети чапка по Красовская улица. Мимо булочник, мимо бал, и спивной народ мигает. Шапку с удивлением смотрит, и вот нам пивной уходит. Астрид бежит за шапкой, руки вперед вытянул, рот открыл, глаза у старика стеклянные. Усы болтаются, а волос впереди торчат на все стороны. Добежал старик на литейное, а там его на перерез уже пенсионер бежит. Еще какой-то гражданин в сером костюмчике. Схватили они безумного старика и отвели они туда. Николай Носов, живая шляпа. Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу возле комода. А Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось. Упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу, и вдруг закричит «Ай-ай-ай!» и бегом в сторону. «Чего ты?» – спрашивает Вадик. Она живая. «Кто живая?» «Ся-ся-ся-ся-па!» «Что ты? Разве шляпы боевые живые?» «Посмотри сам!» Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа повернулась и поползла прямо к нему. Он как закричит «Ай!» и прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай! Ой!» – закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я ухожу. Куда? Пойду к себе домой. Почему? Сяпой боюсь. Я боевые вижу, чтобы сяпа по комнате ходил. А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает? Ну пойди, посмотри. Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я ее кочергой тресну. Постой, я тоже кочергу возьму. Да у нас другой кочерги нет. Ну, я возьму лыжную палку». Они взяли кочергу, лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. «Где же она?» – спрашивает Вадик. «Вон, там возле стоя. Сейчас я ее как тресну кочергой», – сказал Вадик. «Пусть только подлезет ближе, бродяга такая». Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага, испугалась?» – обрадовались ребята. «Боится лез к нам?» «Сейчас я ее спугну», – сказал Вадик. Он стал стучать по полу кочергой и кричат: «Эй, ты, шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай набьем кайтоски и будем в нее кайтоской стоять», — предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали с корзиной картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли. Наконец, «Волосеньки, как же ты под шляпу попал?» Но Васька ничего не ответил, он только фыркал и жмурился от света. И потом...
чуя этот рассказ. У страха глаза велики. Солнечный луч. Борис Николаевич Сергунец. Жил один человек, который хотел как можно больше принести всем добра. Однажды он увидел около школы плачущую девочку. «Чего ты плачешь?» – спросил он ее. «Как мне не плакать?» – ответила девочка. «Всем детям досталось бубочку, одной мне нет». «Не плачь», – сказал ей человек. «Скоро я стану булочником, и буду выпекать много булочек, и хватит всем людям». Он действительно стал булочником, пек вкусные печки и булочки. Не хватало их и детям, и взрослым. Но как-то шел он по городу и увидел старика. Тот сидел печальный. «Почему ты сидишь печальный?» – спросил его человек. «Я болен», – ответил ему старик. «И от того мне горько». «Не печалься», – сказал старику человек. «Скоро я стану доктором и вылечу тебя болезнь». И он стал доктором и вылечил старика, и тот повеселел. И он лечил всех больных, и к нему приходили со всего света. Потом этот человек стал токарем и делал сильные и послушные машины. Был поэтом и сочинял стихи. Он научился пахать землю, сеять хлеб, варить пароходы, шить рубашки и штаны, летать небом и опускаться на дно морское. Он был планщиком, шофером такси, лесником, пастухом, учителем. Он перебрал все профессии, которые есть в свете, и сделал много добра. Но ему казалось, что этого мало. Тогда он превратился в солнечный луч и стал гулять по всему свету. И теперь, если ты увидишь, как солнечный луч греет весной землю, как живет в поля и леса, понимай деревья и травы. Если ты увидишь его на реке, в подвале, зимой в городе или на пляже летом, стой. Пятый июль! Внимание! Пожалуйста, возьмите ручки ваши ручки. Запишите тему домашнего сочинения. Кто там тяжело вдыхает? Успокойтесь, пожалуйста. Мы с вами уже давно ничего не сочиняли. Кстати, кто мне назовет синонимы слов сочинять? Я даю оживился. Подумывать, фантазировать, залипать, вешать в общую на уши. Прекрасно. Между прочим, вы не забыли, какой завтра день? Правильно, суббота. А кроме того, 1 апреля, самый подходящий день, чтобы раздумывать, заливать и это, как вы сказали, вешать в общую. Кстати, тема сочинения соответствующая. Моя невероятная встреча. Все записали? Вопросов нет? Что ваши шедевры в начале следующей недели? Последние слова Юлии Аркадьевны Сухаревской Спонтоне. Во вторник учительница пришла в класс с большой листовкой тетради. Ну что? Должна вам признаться, что вы меня приятно удивили.
Есть, конечно, считают некоторые грамматические ошибки, типа инопланетяне. Главное, я поразила вашу фантазию. Прямо братья Стругацкие. Вот, например, сочинение Антона Петухова. Однажды я попал в школу и перебежал дорогу в неположенном месте. Раздался свисток милиционера. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что это был директор нашей школы, только в милицейской форме. Ну-ка, Соль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты должна быть идешь. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок, у вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то знаешь. Эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным воспалением жульничества. Эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостижа с ужасным мотивом. Стой. Я сбился? Я заговорю снова. Не знаю, сколько пройдет лет, только в Коперне расцветет одна сказка. Память надолго. Ты будешь большой, а Соль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь, я. И ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу, под звуки прекрасной музыки. Нарядно, в коврах, в золоте и цветах, подплывет от него быстрая лодка. Тогда ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. «Здравствуй, Ассоль!» — скажет он. «Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. Жить с тобой не станет так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали. У тебя будет все, что только ты пожелаешь. Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом. Это все мне? А, может быть, он уже пришел? Тот корабль? Не так скоро. Сначала, как я сказал, ты вырастешь. А потом, что говорить? Это будет. И кончено. Что бы ты тогда сделала? Я бы его любила. Если он не дерется? Нет. Не будет драться. Не буду. Я ручаюсь за это. Иди, девочка. И не забудь того, что сказал тебе я. Между двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди, да будет мир пушистый в твоей голове. Само с вас обтянет към всички, точно за 30 минути ще направим пауза. И в съседната зала ще има сандвичи и вода. Така че, още малко. Тук е доста задушно. За момент. Thank you.
Добре ден! Меня зовут Виденов Румен Филипов. Я ученик 6 класса природо-математической гимназии имени Айсарха Антима Первого, города Видина. Михаил Юрьевич Лермонтов, панорама Москвы. Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось закинуть над ней взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этой увеличественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город каких тысяча. Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке. Нет, у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый камень хранит надпись, начертанную временным роком. Надпись для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувствами, вдохновением для ученого, патриота и поэта. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный. Едва проснется день, как уже созвик ее за главных церквей, раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической авертюре Бетговена, в которой густой рев контрабаса, треск литав с пением скрипки и флейты образует одно великое целое, и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод. О, какое божество внимать этой неземной музыке, собравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое, чистое окно, которому прямо вас истертая, скользкая, витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что все это для вас от них, что вы царь этого невещественного мира, и пожрать очами этот огромный муравейник, где светятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые. Какое божество разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир с высоты. На север перед вами, в самом отдалении, на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романтическая Марьина рожа, и пред нею лежит свой пестрый кровь, пересеченный кое-где пыльную зеленую бульвар, устроенный древним городком Валу. Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский, проглядывают богатые колоннады и широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленной главой церкви, шпицей колоколен, ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами. На восток картина еще богаче и разнообразнее, за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башней, покрытой как чешуёю зелеными черепицами. Немного левее этой башни являются бесчисленной купой церкви Василия Блаженного. Иван Викторович Рябов. Шутка. Первого апреля 7:30 утра ученики нашего класса уже были в школе. Накануне Екатерина Константиновна, учительница математики, задала нам целую кучу задач и примеров. Да еще пригрозила. Те, кто не выполнит домашнего задания, получат журнал единицу, а их родители будут вызваны в школу. Пришлось целый день грызть гранит науки. И это перед самым праздником смеха, шуток и приколов. И мы решили учительницу разыграть. Класс жаждал мести. Было много предложений. Каждый предлагал осуществить свой коварный план.
Неожиданно обсуждение прервал Вовка Журавлёв. Дверь открыта! Все бросились к нас. Как мы были удивлены, возмущены и в то же время разочарованы, когда на доске увидели контрольную работу. Ну надо же! До начала урока оставалось 10 минут. И тут в голову Пашки пришла гениальная мысль. Я знаю, что делать. Сейчас нам нужно разбиться на группы по 2-3 человека и решить по одному заданию. И дело шляпы. Точно! Лучше было сформировано необходимое количество групп. Закипела работа. Вот решено одно задание, другое. Первый вариант готов, второй на подходе. Ну вот и все! Ура! Что-то удивится Екатерина Константиновна, когда за контрольную работу придется всем пятерки поставить. А как удивятся директор, завуч и другие учителя, да и вообще вся школа. Вот это розыгрыш. «Идет!» – закричал дежуривший у двери Вовка. Все разбежались по своим местам, встали возле парка. Учительница вошла в класс. Лица учеников светились улыбками. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Екатерина Константиновна! Присаживайтесь! Какие вы радостные сегодня! Неужели все сделали домашнее задание? Сделали! Покатилась по рядам. Кто у нас сегодня дежурный? Ребёнкин! Саша! Возьми тряпку и сотри с доски вчерашнюю контрольную работу. Весь класс был в шоке. Как же так? Не может этого быть. Но доску пришлось вымыть. С праздником вас, ребята! С 1 апреля! Вот это был удар. Настроение у всех сразу упало. Разыграли. Да не расстраивайтесь вот так. Новый вариант контрольной работы я сейчас напишу. А пищащие шутники схватились руками за голову и уткнулись носом в парк. Все, нокаут. В нашу пользу. Что тут скажешь? Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Акула. Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. Сень был прекрасный, с моря был свежий ветер. Но вечер погода изменилась. Стало душно, тонкие стопы на печке и словно горячий воздух в пустыне Сахары. Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!» И в одну минуту матросы подпрыгали в воду, спустили в воду парус, повязали его, и парус отстроил парус. На корабле за него два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду. Но им было тесно в парус, и они думали плавать на берегу в открытом море. Оба, как ящицы, тягивались в воде, и что было силы, плыли к тому месту, где был бочонок от якоря. Один мальчик сначала перегнал товарища, потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался эксплозивом. Когда сын стал отставать, отец крикнул: «Не выдавай, понатужься!» Вдруг с палубы когда крикнул: «Акула!» И все ему взяли спину, скоро придет. Акула была прямо на мальчика. «Назад! Назад! Вернитесь! Акула!» – закричал артиллерист. Но ребята не слыхали, были дальше, смеялись, кричали, чуть себе, и он теперь.
Фелис, бедный как полотно, шевелясь от неба людей. Матросы спустили лодку, бросились в нее, изгибая весла, понеслись к мальчикам. Но они еще были далеко, когда плотно обывали дальше, было тяжело. Ребята, хотя мы слыхали того, что им кричали, и не видали этого. Но потом, один из них обернулся, все мы видали, и все мы слыхали пронзительный визг. Этот визг как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места, побежал к пушкам, прицелился, взял фитиль. Мы все, сколько нас не было на корабле, стояли на палубе и ждали, что будет. Раздался выстрел. Мы увидали, что палубный виски закрыл кто-то экран. Что сделалось за полой и с мальчиками, мы не видали, потому что мы дымная минута прямо в глаза. Но когда дым разошелся над водой, со всех сторон послышался тихий рог. Потом дым стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий радостный крик. Артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море. По волнам колыхала желтая вихря мертвой акулы. Несколько минут лодка дожила к мальчикам и привезла их на корабль. Большой-большой, как дядя Боря, а потом сделался маленький.
А я, говорит Стасик, сначала был маленький, а потом вырос большой, а потом снова стал маленький, а теперь опять скоро буду большой. А я, когда был большой, всю реку мог переплыть, говорит Миша. А я море мог переплыть. Подумаешь, море, я океан переплывал. А я раньше летать мог. А ну, полети. Сейчас не могу, разучился. А я один раз купался в море, говорит Миша. И на меня напала акула. Я ее бац кулаком, а она меня цап за голову и откусила. Врешь! Нет, правда? Почему же ты не умер? А зачем мне умирать? Я выплюнул на берег и пошел домой. Без головы? Конечно, без головы. Зачем мне голова? Как же ты еще без головы? Так еще, будто без головы ходить нельзя. Почему же ты теперь с головой? Другая выросла. Ловко придумал, завидовал Стасик. Ему хотелось собрать получше мешок. Ну это что? Сказал он. Вот я раз был в Африке, и меня там крокодил съел. Вот так собрал, рассмеялся мешок. Вовсе нет. Почему же ты теперь живой? Так он же меня потом выплюнул. Мишутка призадумался. Ему хотелось перебрать Стасика. Он думал, думал, наконец говорит. Один раз я шел по улице. Кругом трамваи, автомобили, грузовики. Знаю, знаю, закричал Стасик. Сейчас расскажешь, как тебя трамвай переехал. Ты уже врал про это. Ничего подобного, я не про это. Ну ладно, при даче. Вот я иду, никого не закрою. Вдруг навстречу автобус. Я его не заметил, наступил ногой, раз, и раздавил лепешку. Ха-ха-ха, вот это враки. А вот и не враки. Как же ты мог раздавить автобус? Так он же совсем маленький был, игрушечный. Его мальчишка на веревочке тащил. Ну, это неудивительно, сказал Стасик. А я раз на луну летал. Эва, куда можно, засмеялся Миша. Не веришь? Честное слово. На чем же ты летал? На ракете. На чем еще на луну летают? Вот ты не знаешь сам. Может, ты и там на луне видел? Ну что, замялся Стасик. Что я там видел? Ничего я не видел. Ха-ха-ха, рассмеялся Миша. Один раз я сидел, и вдруг такое надуло, что даже сам удивился. Я подумал, что вот хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные, и взрослые должны были во всем. Во всем слышаться. Вот это было бы замечательно. Очень было бы интересно. Во-первых, я представляю себе, как бы маме понравилась такая история, что прихожу и командую ей, как хочу. Да, и папе, наверное, тоже будет понравилось. А бабушке говорить нечего. Она бы, наверное, целый день меня любила. Например, вот мама сидела бы за обедом, ей сказал, ты почему это завела моду из хлеба есть? Жуй как следует! И она пристала есть, опустив голову, а я бы ей только подавал команды. Быстрее, не держи за щекой, опять задумалась. Жуй как следует и не раскачивайся на стуле. Тут пошел бы папа после работы. И не успел бы он даже раздеться, а я бы закричался. Ага, явился, вечно тебя надо ждать. Мои руки сейчас же. Как следует, бой. Нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. И он бы сел и потихоньку сказал маме. Ну, как поживаешь? Она бы сказала тоже. Ничего, спасибо. Я бы немедленно. Разговорчики за столом. Когда я им, то глух и нем. Запомните это золотое правило на всю жизнь. И они бы сидели у меня как шелковые. А
А уж когда бы бабушка пришла, я бы посмотрел, плеснул руками и закричал. Папа, мама, полюбуйтесь-ка на нашу бабулю. Каков вид? Ха, щеки красные, все еще мокрые. То есть зачем ее в дом принесла? Умею ее сейчас же смыть глаз на черный ход. Я бы прошелся по комнате и сказал бы им всем троим. После обеда вы сидите за уроки, а я в кино пойду. Конечно, они бы заплакали. И мы с тобой, и мы тоже хотим в кино. Но я бы сказал, что? Что? Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил. Ишь, понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите, надо вам 30 копеек на мороженое и все. Тогда бы бабушка завалилась. Ну, запиха от меня. Ведь каждый ребенок может провести с собой одного взрослого бесплатно. Я бы сказал, а на этот фильм людьми после 70 лет вход запрещен. Сиди дома, дурона! Я бы прошелся мимо них, как будто и не замечаю, что у них у всех глаза мокрые. И бы приоткрыл бы дверь на лестницу и сказал. Но я не успел придумать, что сказал. Потому что в это время пошла мама. Самая настоящая. Что я сказал? Ты еще сидишь? Сейчас же посмотри, на кого ты похож. Пожалуйста, отведи его в детский садик. Не хочу в садик,
орёт малыш. В школе хочу учиться. Ребята смеются. Вот юморист, такой маленький, а в школу пришел. Встала Света, взяла его за руку и повела в коридор. Пожалела его Света. Ну что, спрашивает, додёргался? Ладно, пошли со мной. Норвежский композитор Эдвард Грик проводил осень в лесах. Однажды Грик встретил в лесу маленькую девочку, дочь лесника. Она собирала в корзину изловые шишки. «Как тебя зовут, девочка?» – спросил Грик. «Так не обидишься», – тихо ответила девочка. Она ответила тихо, не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, так как глаза у Грига смеялись. «Вот беда», — сказал Григ. «Нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев. Слушай, Дагни, я придумал! Я подарю тебе одну интересную вещь, но только не сейчас, а лет через 10. Дагни даже всплеснула руками. Ой, как долго! Понимаешь, мне нужно ее еще сделать. Но такие вещи дарят маги. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя. Дарья вздохнула и протянула к нему корзину. Когда среди деревьев показался дом лесника, Грик сказал: «Ну, теперь ты добежишь сама, давний Бедерсин. На Риге много девочек с таким именем и фамилией. Как у тебя? Как зовут твоего отца?» «Хагю», — ответила Дагни. «Прощай, Дагни. Я напишу музыку», — решил Грик. «На заглавном листе я прикажу напечатать: Дагни Петерсен, дочь лесника Хагюба Петерсена, когда ей исполнится 18 лет». 18 лет Дагни окончила школу. Отец отправил ее погостить в Берген к своей сестре Магде и к дядюшке Нильсу, побывать в театре и посмотреть интересные спектакли. Магда работала театральной портнихой, и Дагни часто ходила в театр. Тетя Магда настаивала о том, чтобы и ради разнообразия Дагни пошла и на концерт. «Тетя Магда, сегодня вечером мы идем на концерт. Я надела свои белые платья. Милая моя Дагни, послушай мой совет. Красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. Сейчас стоят белые ночи, а в белые ночи надо быть обязательно в черном. И наоборот, в темное сверкать белизной платье. Хорошо, хорошо, я надену это платье». Был теплый июнь. Концерты проходили в городском парке под открытым небом. Дагни впервые слышала симфоническую музыку. «Эдвард Грик! Это музыкальная пьеса!» –
Възвишай са дочи лесника, Хагирова Питерсина, Дагно Питерсин, когда и изпълнится 18 лет. Так не вздохнула, так глубоко. Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Мелодия росла, поднималась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву. Да, это был ее лес, ее горы, ее родина. А она его укоряла, что он не умеет быстро работать. Так был тот подарок, что он обещал сделать ей через 10 лет. Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. Музыка заполнила все пространство. Хватил много тяжелочонки и принес ее к скринице. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку кольбу сиреней. Собачка поджала хвост и прижалась к клетке. Подошел к ней, понюхал ее. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал ее. Когда хозяин бросил мясо, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу. Собачка жила в одной клетке со львом. Лев не трогал ее, и укор спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку. Он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять его из клетки, лев ощетинился и зарычал. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и сдохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг спрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал крыться совой и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев загубит свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку. Лев в тот час разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал. Благодаря на децата за тяхната изява. Приканвам всички отвън във фоаето на сандвичи вода. Люди!